Всем привет, с вами снова Nimstrog2, и мы с вами продолжаем проходить второй Dark Souls. Остановились на том, что потерпели кучу фейлов в прошлой серии, так что я на грани прям, я не знаю, мне очень сильно нужно Human Effigy. Я знаю, где ее достать, скоро мы достанем, но сначала я бы таки хотел сделать кое-что, что я пропустил. А я кое-что пропустил. Сейчас мы будем открывать наш особняк. Нам надо вот сюда. Вот то, что я говорил. Мы можем упасть туда, вот, но мне сейчас надо не туда. Мне надо вот сюда. Вообще можно упасть вот туда, вот наверх. Блин, как это смешно. Они у меня ничего не снимают вообще сейчас. Просто смешно. Вот опять очень большая разница. Прям как в первом Dark Souls то же самое. Чувствуется, очень чувствуется. Они просто ничего не могут мне сделать. Я даже могу не блокировать. Ой, как-то я не попал. Я хоть правильно иду, нет? Вроде да. Да. Нам вообще в пещеру, но я сначала поднимусь сюда. Вообще нам в пещеру. Так, стоп. Нет, ладно, я сюда не пойду, потому что мы потом не поднимемся. Ой! Я опять умер. Замечательно. Господи, я умер в начальной локации. О боже. Это что-то с чем-то. Просто бежим мимо, я просто хочу туда добраться. Ой, ну... Мне плевать на твои атаки, просто... Умри! Воу! Ладно, это уже не смешно. Это уже не смешно. Сейчас мы все сделаем. Кстати, вниз надо бы тоже слазить. Я думаю, уже можно. О, он что, вымер? Странно, неужели я его столько раз убивал? Видимо, да. Ну окей. Вымер, так вымер. А...
Отвали. Я пробью твою долбанную защиту сейчас. Вот так. Оу! Я колоть могу даже. Интересно. Чё это упало? Блин, предмет уронил, сволочь. Ладно. Чё, он больше не будет катиться? Он только один раз катится, что ли? Ну ладно, буду знать. Ууу, человеческая фигурка халявная. Отлично. Я все равно сделаю то, что хотел. Мы с вами все равно добудем фигурок. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? how embarrassing. But I do know one thing for certain. I came to this land, Drangling, the Lost. Have you seen Majula? But I made it my temple. Inside the mansion, I believe that now I'm traveling the... Yes. Yes, that... Wait. Then what? Were you looking for that map? Wonderful. Shame on you. Here, take this. Вот, ключ от дома. What a joy to meet a kindred spirit out. Теперь мы сможем туда зайти. Так, я боюсь, я помру, да, если я отсюда. Да, наверное, лучше пешком отсюда выйти, чем прыгать. И кажется, тут где-то что-то можно было взорвать еще. Я не помню, что и где, но что-то вроде можно было взорвать. Так, на этот раз мы полезем наверх. Нож бандита, супер. Зачем он мне? Все, можно спокойно возвращаться. Я не знаю, хватит ли мне ХП, но раз уж мы тут, давайте просто попробуем. Сейчас мы спрыгнем вниз. Если хватит, то попробуем забрать щит, который я хотел. Понятно, нет. Не хватит. Ну ладно. Так, теперь мы откроем дом. Где он? Вот. Потом пойдем получать Human Effigies как можно больше. Не то чтобы очень много, но приятно много. Так, еще тут где-то есть, короче, скелет, у которого, кажется, 100% шанс дропа Human Effigies халявный. Какое крутое место. Крутые книжки. Обожаю книжки. С
сначала на второй этаж сходим, потом... потом вниз. Так, тут ничего такого нету. Что за звуки? Свинья, что ли, какая-то там стоит где-то. Ой, а мужика-то нету что-то. Ну, в общем, смотрите, вот карта, да. Вот эти вот огоньки, это на самом деле убитые нами боссы. Не знаю, почему их два, но что-то это дозначит. Что-то это дозначит. Так, а скелет должен быть где-то тут. Сейчас проверим, стопроцентный ли у него шанс дропа Human Effigy. Да, стопроцентный. А, так вот, можно фармить с него Human Effigy. А, прикол в том, что чем больше уровень маджулы, то есть если вы будете сжигать бонфайр из этих в маджуле, вы будете повышать уровень этого костра. И чем больше уровень, уровень будет равен количеству скелетов. То есть сейчас первый уровень, сейчас один скелет. Будет второй уровень, будет два скелета. И вот так далее. То есть здесь можно реально их фармить и фармить Human Effigy. Странный сундук. Сосуд души. Неправда. А если и так, то значит на нее надо нажимать, а я не могу. Так что за сосуд души? Это случаем не то, что надо для перекачки. Да, сосуд, который может принять ваши души. С его помощью можно перераспределить уровни, но без должного руководства он просто лишит вас всех душ. Если вы на самом деле хотите начать сначала, отправляйтесь туда, где началось ваше путешествие. Так вот, мы туда сейчас и пойдем. Но не чтобы распределять души. Я вообще совсем не планирую распределять души в этом прохождении, поэтому... поэтому мы там всех убьем. И получим с этого много человеческих фигурок. Вот, кстати, как ее зовут, господи. Ну, короче, она пришла, вон она стоит. Потом с ней поговорим. Будем бить старых бабушек. Stop this at once. You brute. Можете этого не делать. То есть на самом деле, как бы они нужны исключительно для того, чтобы перераспределить души. Больше они ни зачем не нужны, вообще ни зачем. Ха, какие толстые бабушки, а? То есть мы бы с ними больше и не встретились. То есть мы их видим только вот один раз в начале игры, и потом один раз в том же начале игры, когда мы возвращаемся, чтобы получить у них бонус. И все, больше мы бы их не увидели. Ну, если бы не хотели бы распределить души, а я этого не хочу. Поэтому, собственно... собственно, все.
А, с них ничего не упало. Ну ладно. Но все равно, 9, 10, то есть у меня сейчас сколько? 11, что ли, должно быть, да? Да, супер. Немало. Слушайте, а я не понял, куда делась локация с лесом? А, вот она, господи, я думаю, куда она делась? Ну сюда, да, давайте сюда. Будем сейчас проходить это место. Ой, блин, я не улучшил Эстус. Ну ладно, потом улучшу. Пошли. Кто это ржет все время, я не понимаю. Нифига себе! Как он столько снимает? Это что-то с чем-то. Все, два удара, я труп. Так, персонажа, о котором я говорил, мы, видимо, пропустим, я так понимаю. Вообще было бы, на самом деле, неплохо зайти вот в эти развалины, потому что где-то тут есть... А, ну ладно, этого мы будить не будем, да и не смогли бы, потому что у меня нету веточки. Куда мы идем вообще? Где второй чувак? Сюда нам? Вообще-то нам не сюда, я в прошлый раз как-то не так шел. Я шел как-то по-другому. Как не помню. Так. Вот туда нам, наверное, да? Чего он бегает, я не понимаю. Он знает, куда нам идти? Ну, типа, давай, я пойду за тобой, веди. А, да, да, вот сюда. Окей. К боссу. Прямо к боссу. Пошли. Ну офигеть, замечательное начало. Thank you.
Ой-ой-ой, только не самонаводящийся, пожалуйста. Тихо, тихо, что это? А, так, спокойно. Нет! Хвост, не надо хвостом, не надо хвостом. Я знал, что она сейчас будет пахать хвостом, окей. Лишь бы она им только сверху не била. О, блин, сейчас надо будет бегать опять. Я надеюсь, она меня не заваншотит, если что. Ой, отвали, 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 отвали. А, кстати, вот эту вот вещь можно достать, если заставить ее ударить здесь хвостом. То есть, если она сможет ударить хвостом вот эту вот ветку, то мы получим предмет. Подойди сюда, подойди сюда. Подойди сюда. Давай, вот, да. Теперь разворачивайся. И бей хвостом, хвостом. Вот так, вот, видите? Она сломала это дерево. И теперь мы после боя сможем спокойно подобрать вещи. Спокойно. Блин. У нее ж вообще на соплях висело. Так, только не на меня. Не надо на меня. Ай! Ну чуть-чуть осталось. Ой! Тихо, спокойно. Все, супер. Спасибо. Огненная бабочка, господи, правда? Ради огненной бабочки вот это вот было? Да. Ну ладно. Че ж они все время дурят людей, а? Гады. Интересно, куда это ведет, кстати? Я не помню, что за локация после этой. Очень интересно. Совсем не помню. Undead Crypt, что ли? А нет. Оу. Понятно. Слоном, я думаю, мне пока драться рано. Но мы попробуем. Ради интереса. Ой. Да нет, нормально, смотрите. Вполне себе. Ух ты, большой щит мастодонта. Что это за такой большой щит мастодонта? Ну, честно, 90 от физической от физического урона это нет. Это сейчас это вообще никак никуда. Дворфы пошли. Злые дворфы.
Почему Гавлан добрый, а эти злые? А, так он тонкий. Ничего страшного. Так, что у нас наверху? Ты кто? Видимо, это враг, раз с ними нельзя поговорить. Довольно интересно у него оружие. Почему-то меня очень сильно смущает этот сундук. Да нет, обычный сундук. Но тут есть необычный сундук. Кстати. Где именно, я не помню, но... Да, вот он. Тут есть мимики. Есть, вот они. Какая прелесть. Так, интересно, что за черное жало скорпиона? Ой, куда это мы идем? Ух ты, тут бонфайр есть даже. Что за черное жало скорпиона? О. Колющий меч полускорпиона Тарка. В горде этого меча сокрыт яд, попадающий в тело пронзенного врага. А, ну Тарка мы так и не увидели, потому что, ну, мы его пропустили. А, в общем, в той локации со скорпионом, боссом, есть еще один скорпион, но он добрый. А, правда, он спит. Что за... Нифига себе. Блин. Нифига себе, я ж сейчас помру. Это ж надо, долбаная крыса. Офигеть, чуть 22 штуки-то потерял, нельзя так. Да, знаете, давайте мы слетаем назад. Потому что так дело не пойдет. Is that a shard? Here, to see light, however. Так, теперь у меня 7 эстусов должно быть вроде. Так, ловелапимся. Теперь давайте поговорим с Розеттой. Странный прикид. Oh, there you are. I'm here in Medulla, thanks in time. You even were kind enough to clothe me. The only thing I can offer is pyromancy. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful. It was a perilous. Так, понятно, по кругу. Так, колечки мне такие не нужны, это мне тоже не надо. Не надо. О, смотрите, давайте почитаем описание пиромантии, питающей тело энергией огня. Ваша плоть становится сродни железу, что повышает вашу защитную сопротивляемость. Легко догадаться, что ваш вес возрастает многократно, а скорость движения снижается. Это заклинание, произнесенное в неудачный момент, может привести к неприятностям. Блин, а по лору ничего не написано, обидно. Ну ладно. Я думал, там по лору что-то напишут. Be safe. Так, а сейчас мы, пожалуй, слетаем в другое место.
lest this... Ой, не-не-не, чё я нажал? Какой новый уровень? Ааа, вернись... Ой, это же за костёр надо, чё ж я? Да, встань, да, от меня! Вот сюда. Я хочу пройти этого долбанного смелтера. Он очень противный. Очень. Халуш. Ой, жуть, маг бы прям так рядом. Я думаю, на самом деле, на практике здесь бы просто нельзя было стоять. Если бы сюда кто-то встал, он бы просто сгорел от жара, исходящего от магмы. Или это расплавленный металл, я не знаю, что это. Здорово. Так, пойдем найдем еще... еще призывов. Вот, типа вот этого. Призывайся, блин. Призывайся, блин. Призывайся, блин. О, кого-то таки призываем, что ли, или нет? Ну, еще один человек, давайте. Можешь пока вперед бегать. Блин, что ж такое? Ни одного нету. Ладно, идем вперед, может там перед боссом будет. О, вот. Клирик, что ли? А нет, доуилдер. Окей. Как мы видели, магия на смелтера фигово работает, поэтому, в принципе, я сейчас предпочитаю вот как раз таких бойцов ближнего боя. Не помер, смотрите. Это ж надо. Как мы до смелтера дойдем, я не знаю. О! Заколупали просто. Так, потихоньку, потихоньку. Чё-то твои ворота, чувак, как-то фигово работают, честно. Ой, тихо, 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 тихо. Супер. Заходим. Готовы? Нет? Блин. Так он ушел. Ладно. А ты, чувак, чего? А, между прочим, вот здесь вот можно призвать Лукатиль тоже. Она тут будет. Куда, чувак, ты убежал? Снимать там сверху, что ли? Здорово. Клирик? Ну, окей.
шляпе от Лукатили, кстати. Так, понятно. Сейчас призовем еще одного. Бля, нету больше призывов. Обида. О, так. Во, все, ура. Теперь главное мне не подставиться под удар. Я думаю, мы нормально переагрим, кого как надо. Здорово. Это такая рожа, такая маска. Ну чё, пошли? Он еще и пиромаг, господи. Пиромаг будет драться против Смелтера. Это очень интересно, как это будет. Ну вот и посмотрим. Собственно. Я говорю, вы бейте. Намного толще, да, когда втроем намного. Вот видите, теперь, когда рядом к нему подходишь, начинаешь получать урон. Небольшой. Я не получаю, потому что я блокирую щитом. А вот теперь получаю, видите? Причем так нехило. И мы у него даже половину хп не сняли. То есть теперь даже блокировать плохо помогает. Потому что у его меча убит. Блин. Супер! Фух, как хорошо, что у меня много человеческих фигурок. Очень хорошо. То, наверное, у меня бы сейчас была страшная попа-боль. Но нет, у меня еще куча фигурок. Пока что. Пока что куча. Так, призывов пока нет. Вот призывы. Двух вроде должны призвать. Да. Здорово. Странный у тебя доспех какой-то. Здоров. А вот этот чувак мне не нравится. У него одежда фиговая. И снаряжение фиговое. Я думаю, он обузой просто будет. Ну ладно, посмотрим. Может, что-нибудь и получится. Так. Пофиг, что меня задели. На самом деле здесь всегда была проблема не в аптечках, а в невероятном уроде босса. Поэтому аптечек мне, я думаю, хватит.
даже если я много их съем. Проблема не в аптечках, а в боссе, которого хрен убьешь. Разрубили просто чувака. Так, не буду стоять на месте, а то меня столкнут еще. И этого разрубили, супер. Так, мы что, пошли к боссу? Ой, тихо, спокойно. А чё мы ВМ-ка тогда? Чё он там стоит снаружи, наркоман? Так, вот зашел, ура. Отходим. Пока я живой, отходим. Мы снимаем у него 53 хп, это что-то с чем-то. 53 хп, блин. Ой-ой-ой. Ну уже. Ух, тихо. Мне надо отойти. Так, я держу, пока держу. Пол хп буквально, просто так. Боюсь, что будет, если он по мне попадет без щита. Убейте его скорее, я ж не могу столько держать. Давайте! Нет, господи, я не знал, что к нему нельзя подходить, когда он так делает. Фух, этот босс это нечто, это просто нечто. Как его убить? Странный значок, видимо, заглючил. Не вызывается. Других нету. Но кто-нибудь, давайте. Никто не хочет копчика. Геральт. Криво написанный, но Геральт. Замечательно. Кто-то читал Сапковского. Хотя, может, кто-то играл просто в Ведьмака. Я, кстати, успел прочитать новую 8-ю книгу. Вот она крута, да,
Мне не нравились вот эти вот книги, скажем так, которые в середине были написаны. По мне первые две были нормальными, ну и все. И вот последняя, тоже очень хорошая. Рекомендую к прочтению. «Сезон бурь» называется, или «Сезон гроз», в разных переводах по-разному. Так, ну алло, чё нету-то так долго? О. Один есть. Ещё один. Интересно, чем отличается маленький значок призыва от большого. О, выглядит неплохо. Вот этот твой чувак, наверное, нам как-то поможет. Сможет нам как-то помочь. Да, да, можешь пока вполне бежать вперед. Здорово, клерик. Пошли. Отлично. Не-не-не, пошли сюда, зачем туда пошел? Ну ладно. Спокойно. Чуть не помер в начале левела. Замечательно. Я не хочу 20 штук терять. А за смелтера, кстати, немало дают, кажется, насколько я помню. А, не, он не умер, все нормально. Я сейчас думаю, он помрет. Но нет. Не помер. Ой, тикток не падает. А вот меч у смелтера фиговый, насколько я помню. А его можно будет сделать, и кажется, он фиговый. А вот броня вроде неплохая. Ну, посмотрим. Броню не помню. Помню, что меч так себе. Где второй чувак? Пошли. Нельзя было сказать, что раньше. Ладно. Я пока танкую. Хотя бы я не сдох спокойно. Скажите мне, что у него есть еще магия. Потому что если нет... то я не знаю, что мы будем делать. Так.
Пока держимся. Давай, мочи его. А, почему мне так везет? Да. Смелтер — это нечто. Ладно, еще одна попытка. Почему я, кстати, тоже не мочу его чем-нибудь типа магии? Давайте я тоже постану. Вот мне и так стоит даже что-то. Да, огонь. Кроме огня ничего нет, что ли? Вот это надо использовать, да. Ну, остальное ладно, да. Остальное пускай пока висит. Так, ну что, я кого-то вызываю, нет? Как-то это все было странно и непонятно. Во, одного вызвал, хорошо. Здорово. Форсквот из Дрэк, Фарсквот. Здорово. Вот это круто. Вот он, да, наверное, должен так нехило сносить. Как магии, так и руками. Пошли. Плохо, правда, что я танковать, наверное, буду. Да, если он магией даже на крипов пользуется, то... то это должно быть неплохо. Лишь бы они только не ливнули перед боссом. Ой, тихо, не падай, пожалуйста. Ну вот, блин. Скажите мне, что это был тот, который выглядел не так круто. Отлично. Я сейчас помру. Еще. Где был тот чувак, интересно? Понятно. Я опять потерял 20 штук. Супер. Даже больше 20 штук. Супер. Просто супер. О, господи, как пройти этого долбанного босса? Сколько можно? Арагорн. Даже Арагорн тут есть. Какой-то ты Арагорн фиговый. Честно. Я бы предпочел кого другого. Ладно.
О, опять Кенди. Хорошо. Пошли. Так, он там кого-то сам уже валит. Хорошо. Ну, чуть приветы посыпались. Жалко, что того желтого чувака опять призвали со странной башкой. Смотрите, а этот таки неплохо и всех рубит. Это ж надо. Ладно, беру свои слова назад. Я честно думал, что он будет фиговый. А, чё, всё? Сейчас, значит, будем сумодить ещё. С одним чуваком я туда соваться не хочу. Сэр Викториус, здорово. О, замечательно, пошли. Чё-то он, правда, не поздоровался, ну ладно. Так, я на всякий случай хильнусь, мало ли, может он меня заваншотит, поэтому... Ой, вот это фигово. Отходим, отходим. Почему я? Что я тебе сделал? Так, надо хиляться. Не жалеем Эстаса. Наш ДПСник рейнджовый пока неплохо справляется. Пока неплохо справляется. Сейчас могут возникнуть проблемы. Ой-ой-ой, надо, чтобы кто-то потанчил. Помогите танчить. Давайте, еще чуть-чуть, ну, еще немножко. Ой, ой. Есть. Есть, сколько я пытался его пройти. Спасибо, спасибо, чуваки, спасибо. Все кувыркаемся. Спасибо. Так, теперь нам вот сюда. С
свиной щит. Что это такое? Свиной щит. Лол! Странный щит в форме свиной головы. Свинья выглядит почти настоящей, но не более того, защищает не лучшим образом. Хотя и может испугать неподготовленного врага. Да. Так, давайте слетаем назад. Чтобы не профукать души опять в который раз. 36 штук я бы предпочел потратить, а не профукать. Bearer of the seek the lest this. Так. 43 уже. До 50 осталось не так уж и много. Так, улучшить я больше не могу. Окей. Пойдем посмотрим, может я смогу улучшить что из оружия. I knew you. Не могу. Интересно, где взять окаменевшую кость дракона? Я вот вообще без понятия. Очень интересно. Так, а ты случаем теперь не начала ли продавать? You've been long away. Well, нет, понятно. Ну ладно. Зато теперь вроде как у нас наш еврей должен продавать броню смелтера. Здорово. I'm glad to see you safe. Да, вот смотрите. И кажется, да, кажется, она такая нехилая. Я думаю, ее стоит купить. Но мне нету душ на это. Always open for business. Хотя, может быть, по частям сейчас и купим как-то. Так, давайте вот эту нашку нафиг. Там наверняка какая-то фигня у нее. Так, ну-ка. Так, больше ни на что не хватает, да? Обидно. Ну ладно. Причем совсем чуть-чуть не хватает. Ну-ка. Дай бог, вот хуже. Он лучше, супер, супер. Почти по всем параметрам лучше, да, отлично. Главное, самое главное именно по броне. Вот это он тяжелый, правда, офигеть, да. То есть я его пока носить не смогу, понятно. Ну ладно, ладно, потом, попозже мы наденем весь сет. Так, наверное, на этом стоит закончить эту серию. Да, окей, закончим эту серию. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Nim42, и до встречи в следующих сериях. Пока-пока!